Друзья, всем привет, с вами Капанда, и мы продолжаем вместе с вами проходить мобильную игру, ну, которая на iOS и на Android, Токийский Гуль Dark War, то есть Темная Война. Так, на чем мы, друзья, остановились? Смотрите, я взял себе Току Киришиму, Кен у меня был в самом начале, и Катара Амона, да? Также мне еще здесь выпил потом из Сейда Такизава. И смотрите, Джуда. Я взял Джуда. А как я его взял? А сейчас я вам расскажу. Друзья, как вы знаете, на меня вышли разработчики игры, и они дали мне персональные коды. И, конечно же, этими кодами я хочу поделиться с вами. Тем более то, что каждый код с одного аккаунта можно ввести всего один раз. То есть в течение этого видео здесь вот сверху будут появляться коды, 20 кодов. Каждый, кто успеет, может ввести по одному разу. Коды одноразовые. За ввод кода вам будут даваться 100 тысяч монет, 3 карточки на открытие героев и 30 пазлов, соответственно, нашего Джуза, да? У меня их уже как раз 30, я могу его открыть. Соответственно, если вы ведете эти коды, вы тоже сможете его открыть. Поэтому смотрите внимательно видос и ловите эти 20 кодов. Ну что, поехали. Открываем Джуза. И он складывается у нас в пазл. Кстати, давайте, наверное, его сразу же и возьмем, да? Окей. Он тоже двухзвездочный, короче. Уровень, правда, у него первый, да? Так, а за место кого будем взять? Давайте, наверное, за место Амона, да, возьмем. Ладно, я просто хочу его уже скорее затестить. Давайте. Смотрите, здесь у меня с 14 уровня откроются уже дополнительные слоты. Для того, чтобы можно было открыть не 3 персонажа, а уже целых 6, да? Ладно. Так, давайте ставим, меняем его. Change, ставим его на Джуза. На Джуза взяли. Но его, конечно, нужно нам сейчас потренировать. А, давайте еще, наверное, возьмем и используем бутыльки с экспой, чтобы как можно быстрее его прапать. Смотрите, раз. И он уже 11 уровня у нас. Как клево, да? Гром, давайте его маленечко здесь еще прапаем. 1300 уже жизни у него, окей. Чтобы у нас совсем не было отстающим. Так, кстати, я могу еще кого-нибудь Гром? О, смотрите, я могу апнуть еще Канеки. Давайте Канеки апнем. Так, 1800 плюс 200, и тут по 20 примерно. Окей, весьма неплохо. Так, я могу ему что-нибудь поставить? Ай, ты мой красавчик. Так, ставим перчатку, ставим ему амулет. А, куртяху одеваем и боты, да? О, так у меня все есть, нормуль. Так, вот здесь вот единственное, давайте я еще апну маленечко. Наш дефенсник Некл. Да, ожерелье мы апнули. Все, остальное все вроде бы маленечко проапнутое. Смотрите, видите, у меня уже 140 тысяч. Так, давайте зайдем какие-нибудь онлайн-бонусы. Я могу что-нибудь собрать? О, давайте, конечно же, соберем еще 10 тысяч. 60 кристаллов. Окей. И дроу. Можно попробовать бесплатного персонажа попробовать выбить. Давайте попробуем выбьем. И за дверью у нас оказывается... Короче, часть от Нишики, да? Ладно. Не будем уже томить, что-то я хочу, конечно же, быстрее в битву. Кстати, смотрите, мне еще открылась арена. Здесь мы можем пвпшить с реальными игроками. Давайте вот попробуем подеремся. Ха-ха. Знаете, кто этот товарищ, да? Да, этот товарищ злой. Это Джейсон 13. Смотрите, мы туда просто заходим и сейчас будем пвпшить. Ну, точнее, просто будет драка, она проходить полностью, я так понял, на автомате. Я дрался, если честно, всего один раз. Так, три моих персонажа и три персонажа сейчас будут противником. То есть, чем больше мы побеждаем, тем больше нам даются типа как кубков и очков, тем выше мы продвигаемся по этой лестнице наверх. И тем вкуснее там будут, конечно же, у нас различные плюшки и призы. Вот смотрите, хоп, я победил. Зато я поднял маленечко уровень. А, смотрите, сегодня я еще могу 9 раз повоевать из 10. Прикольно. Ладненько, возвращаемся. Давайте сходим, конечно же, в битву. И здесь мне осталось в этом акте завершить один уровень. Стори, да? Лао джунгли. Закон джунглей. Так, перчатка, кстати, может выпасть. Но не сама перчатка, а ее фрагмент. Пазл, да? То есть мы из этих пазликов можем потом собрать полноценно этот предмет. Ну, все остальное, все у меня уже было. Ладненько, что, залетаем. Глянем, что здесь у нас. И у нас, кстати, откроется второй акт. Мне уже интересно, что будет во втором акте.
Так, начинаем, они здесь болтают. Болтушки, давайте быстрее. Между двух зданий мы где-то появились. Так, этим сейчас, товарищи, быстренько нарежем. То есть, видите, я вам напомню, есть у нас три скилла, вот этот самый сильный скилл, третий. Но он откатывается дольше всех, вот так вот, оп, 16 секунд, как он его нарезаем. Так, смотрите, давайте я выберу сейчас толку, побегаю за толку маленько. Опа-на, у нее тоже скиллы прикольные, кстати. Вот это мы прокачаны уже, я маленько прокачался. Так, и конечно же я хотел взять Джуза. Давайте попробуем за Джуза. А такой мелкий здесь, худой вообще. Ага. Опять Басевский, да, у нас. Нишики, он уже был у нас. 3500, что-то мало. В прошлом было даже, по-моему, 5000 у него. Ладно. Сейчас сразу же вот этот скилл вкатаю, вот, смотрите. Он меня оглушил. Ты хитроман, а. Сейчас мы его быстро разберем на запчасти. А жизни-то мало осталось. Нифига себе, смотрите, сколько он мне снял. Еще чуть-чуть бы убил. Кушать хочет. Кушать хочет, бедолашка. Есть, победили. Видите, бонус не дался, да? Потому что меньше 40% жизни оставалось. Нужно было завершить битву с более, ну, с большим количеством здоровья, тогда бы дали мне плюшку. А, это кофе я могу выпить, ну и понятно. Ишимура сейчас ему скажет то, что они здесь, это их убежище, здесь они пьют кофе и пытаются там, ну, не есть людишек. И так далее. Смотрите, мы закончили, короче, первый акт. Но мне не хватает звезд, да, еще. Мне не хватает звезд. Две звезды. Это я потом пройду, окей. Ладненько, давайте залетаем. Так, шмотки, по-моему, пока есть. Те же боты только, по-моему, какие-то, да? По-моему, только боты у нас. Ну, боты у меня уже у всех есть. Так, вот эти вот штуки-дрюки можно тоже... Во, автобитва, смотрите, они говорят, то, что у нас появилось. Автобитву нажимаем. И что, они теперь сами на автомате будут? Прикольно, теперь, короче, можно просто сходить и покушать, да, нам что-нибудь. Отдохнуть, они здесь сами будут. Кстати, вот, можно теперь так будет более-менее фармить удобно. То есть будем просто залетать в битву, нажимать автобитву и быстренько фармить. Интересно, а потом вообще пропускать это можно? Для того, чтобы нам просто уровень поднять. И повыбивать какие-то шмотки. Так, блин, что-то ребята, вас тут слишком много. Я хочу разбить еще, попробовать вот эти вот все колпачки дорожные, для того, чтобы с них все плюшки выпали. Так. Можно больше плюшек. Что-то там толка развлекается с ними вообще. И скилл вкатываем. Его еще и оглушили. А, балдеть. Что-то какой-то здоровенный был. А, это типа босса было. Ха-ха. Понятно. Канеки, короче, всем нарезал. О, смотрите, нам теперь доступны друзьяхи. Application. Короче, можно будет добавлять друзья. Поэтому, друзья, давайте добавляйтесь. Пока есть места, я, конечно же, вас приму. Смотрите, сколько... Не, и пока не буду никого принимать, потому что это, видимо, не подписчики. Request — это запросы. Мои друзья 0. Пока мисс 0. А друзей может быть 50. Я чувствую, скоро набежит. Ладно, я буду вас ждать, друзья. Так, что мы можем дроу еще сделать? А, еще можем бесплатного одного персонажа попробовать выбить. Давайте попробуем, пока есть такая возможность. Конечно же, да. Ого, Ириме тоже одна. Всего часть составляющая. Один пазлик только упал. Ладненько, пошлите в бой. О, дайли квест, кстати, есть у нас. Давайте это мы все соберем. И уровень 13 сразу же. Нормуль. Даже не дрался, да? Короче, чем больше играешь, тем больше будет у тебя награда. Ладненько, полетели, конечно же, в битву. Стейдж номер 2, то есть акт 2. А битва тоже 2. О, новая какая-то бронька, что ли? Бронька, это прикольно. Но она тоже, по-моему, зеленая. Зеленая — это значит кому. Понятно, короче. Нужно постараться максимально все собрать и всех убить, да? Еще чтобы не было смертей у нас. Так, наверное, я
на авто не побегу. Давайте мы все здесь разобьем. Еще за 80 секунд надо управиться, обалдеть. Так, 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 там ничего нету. Быстро, быстро, быстро пролетаем. Здесь, наверное, дышится нельзя, как в Роблоксе, да? Ха, двойным тапом. Хлобысь, хлобысь, было бы прикольно. Так, сюда залетаем. Сразу скилл, смотрите. Хоп, им втолбичиваем. Так, 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 вот эти плюшки тоже надо собрать. Раз плюшка. Два плюшка. Скилл. Так, я хочу за Току поиграть. Току в битву пошла. Еще один. Ну, давай, быстренько разбивай. Так, осталось. 30 секунд осталось. Нужно быстро очень. Скилл раз, скилл два. И вручную добиваем. Давай, 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 давай. И последний. Успел? За 80 секунд. Нет? Еще что ли кто-то будет? Я где-то не успел что-то разбить. Где кто есть? Все, я не успел. 80 секунд осталось. Короче, все секретики надо было собрать. И вот здесь, видимо, в углу. Точно, точно, точно. 5 секунд оставалось. За 5 секунд управился вроде. А сразу-то и не видно. Спрятали. Вот хитрецы-то, а. Заныкали. О, мне далась куртяшка. Куртяшка — это хорошо. Давайте попробуем ее кому-нибудь оденем. Давайте Джуза, наверное, да? Мы его недавно взяли. Смотрите, заходим Тим. Так, а давайте посмотрим, у кого у нас меньше всего дефенс. 200, 160. И здесь тоже 160. Ладно, давайте, наверное, попробуем Джуза. Change и меняем. Намного-то она нет лучше. Ладно, надо еще апнуть. Еще плюс 16. Ну вот такая. Не особо, короче, она круче получается, да? Ладно. Залетаем дальше, да, друзья? Полетели. Так, стейдж 2-3 уже у нас. О, ботинки крутые, но, как обычно, всего это будет только часть их. То есть это пазлик надо будет собрать, составляющие все, и после этого вам только выпадет. Ладно. Полетели. Так, что нам нужно? Меньше убить всех, короче, не допустить, чтобы было меньше 40%, и уложиться за 80 секунд. То есть это меньше, чем 1,5 минуты. Давайте быстро их здесь. Со скиллами. Опасность, опасность. Помните дружбана этого? Куреомаду. Куреомаду, да? Ну, кстати, Кенеки его здесь... Кенеки Кен его победил. Давай! Чуть-чуть осталось. Да, что-то быстро было. А Хинами тут не было интересно с ними? Пока мисс нет. Потому что у меня ее просто нет. Я еще ее не заработал. Все. Короче, мы заработали на 3 звезды, да? Все. Нормуль, 3 звезды у нас готово. Ну что, идем сразу же дальше. На 2-4. Пошли на 2-4. Так, здесь может выпасть амулетик. Ну, амулеты у меня, по-моему, у всех есть, да? Куреомада. Ладненько, полетели. Так, наверное, надо будет собрать. Нет, тут не надо собирать. То есть в заданиях у нас нету для того, чтобы собрать все. Нам надо всех убить, не допустить смертей и управиться за 80 секунд. Так, мне уже интересно, потом как-нибудь будет повыбивать остальных персонажей максимально. Попробовать. И также интересно будет все у них проапать, чтобы открыть новые скиллы. Я даже еще скиллы не качал, там еще скиллы можно качать. Ну, если честно, игруха мне понравилась. Не знаю, я на мобильных устройствах играю довольно-таки мало. В основном, как вы знаете, только в Clash Royale. И так пару раз за день захожу. Здесь я пока маленечко позависаю. Тем более, мне нравится просто Токийский Гуль. Но я его еще не досмотрел. Я отсмотрел только первый сезон пока. Так, 48 секунд, пока мы справляемся. Да, мы вообще справляемся. С одной плюхи всех тут валим. Просто всех повалили. Так, уровень 11. Что-то так помалу экспы дается вообще. Просто жуть. Что-то по пятерке это просто мало будет. Так, ладно, давайте что, сразу же... О, плюшку можно взять. Плюшку берем. 5000, 50 кристаллов и пуков. 15 штук. Окей, забираем их.
И полетели дальше, не будем останавливаться, да? Еще одна перчатка будет, пук, и Experience Potion, который добавляет нам XP. Кстати, можно будет попробовать эти Experience Potion просто, да, похавать, для того, чтобы нам собрать как можно больше уровня. Так, подождите, тут маленько неудобно сразу же все клацать и бегать. Как знаете, я играю это через эмулятор на клавиатуре. Церковь знакомая, да? Мне кажется, тут гурман дрался в первом сезоне. Так. Стариков этих раскидываем. Старики-то, старики-то с автоматами. Да чтоб тебя на, получай. Оба-на. Все, пучкорезом. Пучкорезом-то пучкорезом. Но чуть не умерли. Да шучу, конечно. Все, быстро мы тут с ними расквитались. Ну, вначале, как обычно, все у нас довольно-таки просто. Ладно, давайте еще один, как раз до сторы моды дойдем. Best Friend, лучший друг. Ну, я так понимаю, на крутые вещи здесь нужно будет долго фармить. Так, ну что, полетели. Хиды у нас здесь, да? Полетели, полетели, полетели. Мы это все смотрели. Нас интересует битва. Сразу же в толпу, смотрите, со скилла. Хлобыси все лежат. Ага, так, 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 продвигаемся. Нишо, привет. Здорово, дружище, здорово. Опа-на, здесь народу. Смотрите, как они быстро ложатся. Вначале я по 30 снимал где-то. Сейчас уже по 130. Ну что, мы маленько раскачались, да? Ну-ка, я могу ауто нажать? Смотрите, я могу ауто. И он сам просто бегает. Ну-ка, мы будем успевать? Нет, по времени. Давайте посмотрим, он уложится. Искусственный интеллект у нас за 80 секунд, либо нет. Хиде. Понятно. Я съем его сначала первого. О, не, да. Отпусти его. Будем его спасать. Дружбана моего, да? Да что ты говоришь? Ого, 7700 хп у него. Ладно, полетели. Посмотрим, на автомате справится он? Нет, на авто. По жизни-то, смотрите, уже кропарь остался. Меньше 40% этого я уже не вывезу. Ой, а что у нас все? Бита-то продолжает. А, жизни осталось! Нет! Чуть-чуть, у него чуть-чуть! Жидкач, мы победили прям вообще на волоске, да? Вы видели, сколько у меня оставалось хитпоинтов? Это, наверное, процентов 5 оставалось. Понятно, короче, один бонус я не взял, к сожалению. Ай, и тут ничего не выпало путнего, да? Блин, обидно, конечно. Ну ладно, я потом все равно еще раскачаюсь и здесь заработаю еще все 3 звезды. Так, короче, больше челленджей в данжонах. Может быть, открыто. Короче, больше шардов, это осколков, наших персонажей можно будет собрать. А, на харду, смотрите, можно будет на харду теперь поиграть. Давайте на харду попробуем, нет? Уже 10, смотрите, раньше было 5. Стоила чаша кофе, а теперь уже десятка. Хм, обалдешки. Ладно, друзья, давайте, конечно, я на этом видос уже буду заканчивать, потому что так он уже растянулся. Вводите коды, которые вы здесь нашли. 20 кодов будет персональных. Получайте джуза и играйте. Ну, а с вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Да, друзья, всем отличного настроения и до скорого. Пока-пока.